Всем привет! Сегодня у нас на обзоре успокаивающая альгинатная маска Dr. Jart. Мы ее сейчас вместе с вами сделаем и в реальном времени посмотрим эффект. Поехали! Вот так вблизи выглядит наш коктейль. Очень красивенький, маленький, прикольненький. Трубочка. Мы открываем. Внутри у нас идет шпатель для нанесения и перемешивания. У нас идет бустер. И ампула. Все мы это сейчас смешаем. Вот в самом стаканчике. Очень удобно, не надо другую посуду пробовать. Так, открываем. Сейчас мы с вами перемешаем. Закрываем стаканчик. Закрываем пальчиками там дырочку. Так, открываем. У нас тут что-то мало всего. Вот так вот у нас получилось. Начинаем наносить нашу масочку. Шпатель еще раз перемешали. Сейчас мы снимем нашу масочку. Так вот подстыла, немножко стянула кожу, и ее уже можно снимать, уже она никуда не денется. Аккуратненько начинаем сверху. Остатки я сниму влажной салфеточкой. Смотрите, кожа заметно подтянулась. И во время процедуры было такое приятное ощущение. Она прям так охлаждала и прям, правда, в такой релакс вводила. Успокаивает. Кожа получилась очень увлажненной, она до сих пор охлажденная, такая приятная очень на ощупь, мягкая. Нравится эффект. Всем рекомендую, прям очень мягкая кожа. Очень приятная.